Доехали до сюда. Вы вернулись в машине. Это он охуенно снимает. Ответил тоже. Отбой, все, тормози, отстань. Все, вот такая, вот такая сценка. Сейчас, сейчас Тор нам скажет несколько слов. Про сегодняшний день, про подбитую технику. Добро, завтра мы здесь. Сегодня было наступление с целью деблокировать границу, убрать украинские войска с территории Донецкой Народной Республики на линии с российской границей. Сейчас знаменитый командир Тор нам расскажет об итогах этого дня. Вы уходите с броней и остаетесь в ее боевом охранении. Давай, разворачивай. Что давай, развернемся вот сюда. Куда? К забору, к кушающим. Капризничаю. Но так положено звездам. Да, Шила, малой уходит мне на доклад. Я понял, понял. Вот сюда. Так, значка Мерседеса не видно. Тут нормально. Тор, каковы? Ну, личник спускаешь. Я тебе говорю, организуй оборону на свое усмотрение. И понимаешь, что я еще и ответственность несешь за нее. Тор, каковы итоги сегодняшнего дня? Когда, судя по этим итогам, мы прорвем границу? Ответил Тор. Банда не имеет 11 людей ставить, блядь. Найди позицию рядом, сейчас я карту посмотрю, я тебе скажу, я малого дождусь. Вот такое боевое интервью. Ну, гаденыши, гаденыши. Вот придите, ну сразитесь, как мужчины. Ну что вот это бум-бум сдалека, блядь. Мины! Мы не зайдем. Тор, такое боевое интервью, вкратце расскажи, сколько бронетехники сегодня подбито? Значит, как скоро мы выйдем границу? Данные уточняются, как минимум сегодня был подбит танк, 3 БМД. Подорвано 2 склада, 1 самоходная артиллерийская установка, Урал и Бобик. Мы надежно закрепились на позициях? Мы надежно закрепляемся на позициях. Понял. На укровских позициях. Расскажи еще о терминале, я так понимаю, что... Мне кажется, сейчас будут уточнены разведданные, но, насколько я понимаю, больше нет у Украины терминала. Там находился склад, куда отработали наши танкисты. Склад был уничтожен, слышны были разрывы, детонации. Столб черный, по-моему, стоит до сих пор. Это склад как раз недалеко от Мариновки. И сколько метров от границы приблизительно? Ну, как бы, прямо вон там, в 300 метрах от границы находится. Вот. Если склад в 300 метрах от границы, то учитывая то, что мы надежно закрепились на позициях, завтра, в принципе, мы уже должны воссоединиться с Россией, правильно? А мы загадывать не будем. Понял. Посмотрим, что оно вообще, да, тянет нам к этой России. Это значит, у тебя будет крест очередной. Да. Чей крест? Наградной. Георгиевский крест. У меня сразу с Иисусом ассоциация идут. Все, побежали. Все. Прощаемся. Спасибо, поздравляем. Никак нельзя это.